Всем привет! Вы на канале Bear Hunter. Метатель опять в гостях у Bear Hunter. И сегодня будем стрелять разными стрелами. Шатун. И еще один шатун. Два шатуна. А разница, скажете, какая у них? Смотрите. Эта стрела двухперьевая. А эта стрела трехперьевая. Там, братан, все хорошо видно? И будет утяжеленная. Блин, ястребята маленькие летают. Вылупили. Все, уже на крыло встают. Яськи, яськи. Ястреба маленькие летают. Ястреб-переприятники. И стрела карма утяжеленная. Но скажу сразу. Утяжеленная стрела карма. Нужно, чтобы арбалет был 200 килограмм, а не 43 килограмма. Максимально разрешенная мощность. Опять же повторюсь. У меня максимально разрешенная мощность 43 килограмма. Можно было и больше сделать, но я законопослушный гражданин. Давайте сейчас попробуем разрушить стереотип. Стереотип. Заряжаем арбалетик. Берем, что у нас тут? Шатун. Трехперьевую стрелу. Вставляем ее в арбалетик. Снимаем с предохранителя. И стреляем. Тут дело не... Дело не в том, что как я точно попаду, а сейчас скажу в чем. Так, теперь заряжаем. У меня все по-честному. Лишних дублей нету. Берем шатун двухперьевую стрелу. Вроде нормальная. Что-то показалось. А, очки, как всегда, очки не одел, я же слепой метатель. Двухперьевую стрелу и тоже стреляем. Расстояние 33 метра. Предохранитель. И берем шатун. Все в одну точку стреляем. Шатун утяжеленная стрела. Она, в принципе, не рассчитана на 43 килограмма. Она именно рассчитана на мощный. На мощность. На капитальную. Повторюсь еще раз. Doom Armageddon самый мощный арбалет в мире. Если поставить сюда 200-килограммовые плечи. А сейчас максимально разрешенная мощность 43 килограмма стоит. Так, ну и карма в ту же точку. Сейчас увидите разницу. В принципе, можно было камеру туда поставить. Но видите, солнце как светит. Я сам под зонтиком сижу. Если я туда камеру поставлю, там вообще все не видно будет. Поэтому камера только с одной стороны. Сейчас сбегаю и посмотрим все. Ребятки, а теперь развеем миф. Кто сказал, что двухперьевая стрела в арбалетах, она не точная? Смотрите. Ну, начнем давайте с нижней стрелы. Вот карма тяжелая. Я стрелял в одну точку. И смотрите, карма, она тяжелая стрела, насколько ниже она прилетела. Повторюсь сразу, карма все-таки это утяжеленная стрела, бронебойная, поэтому ее лучше использовать с усиленными плечами, а не 43 килограмма. А теперь изюминка. Многие пишут, и тролли, и все остальные, двухперьевая стрела в арбалете не точно летит. Ребята, все это бред, конкретный бред. Вы посмотрите. Увеличь. Ну, настроился там. Видно, что оно в одну точку. Давай на меня, братан. Ребята, ну все в одну точку. И трехперьевая, и двухперьевая. Бедная свинья, блин. Бедный кабанчик. Короче говоря, разницы никакой нету. Хорошая стрела от Bear Hunter. Она что трехперьевая, что двухперьевая. Летит точно в цель. Неважно, двухперьевая или трехперьевая. Те, кто пишет, что двухперьевая стрела в арбалете, она не точная. Да бред это все. Слушайте, а как же в старину стреляли? У всех луков два пера было. Смотри, братан, вот прям летает. Есть ребята, куражится, класс прям, а? Слышите? Слышно? Слышно, надеюсь. Слышите, как пищат? Прям вот, прям в 10 метрах от меня летает. Красавцы. Стрелять в них не буду. Однозначно. В другую дичь можно... Ястреба, хищная птица, я по ним тащусь.
Ну ладно, надеюсь, сейчас ладимся сюда. Они обычно здесь вот ястреба садятся, прям на березку. Надеюсь, зафиксируем. Короче говоря, как же стрянуто? Из луков стреляли, там всего два пера было. С арбалетов болтами раньше стреляли, тоже. Там на оперение было тоже два пера. И, кстати, современные стрелы на арбалете, стрелы, а не болты. Болты это в старые времена были, когда вот болты вот действительно такие были. А в современное время это стрелы для арбалета. Ну, вы сами все видели. В одну точку стрелял, и обе стрелы, что трехперевая, что двухперевая, в одну точку прилетели. Так что миф развенчан. Двухперевая стрела, нормальная, повторюсь, нормальная, которую Бирхантер делает, и трехперевая стрела одинаково летят из арбалета. Ну и самое главное, чтобы арбалет был классный. Все-таки тащусь я Дум Армагеддона, ребята. Классный арбалет. Короче говоря, что-то я забываю все сказать. Я на канале Бирхантера, метатель в гостях у Бирхантера, и все забываю сказать. Все ссылки на арбалеты, на стрелы, все внизу смотрите в описании. Весь огонь. И вы сами видели, что двухперевая, что трехперевая стрела, неважно. Видите, в одну точку все бьет. Так что миф развенчан. Подписываемся на канал Бирхантер. Метатель тоже тут будет стрелять. Всем пока, до новых встреч. И пишите комментарии, как вам такой миф развенчанный. Сейчас очередные тролли начнут писать. Но не слушайте их. Метатель все может. И в одну точку попасть и двухперевой, и трехперевой стрелой. С 33 метров. Всем пока.